Приезжать в Когалым и уезжать из него по железной дороге станет удобнее и комфортнее. А еще провожать и встречать. ЖД вокзал Югорского города в эти дни претерпевает масштабную реконструкцию. Здесь, по сути, строят новую станцию. Напомню, в январе 2016 года Наталья Комарова подписала соглашение с РЖД, которое, в частности, предусматривает реконструкцию еще двух железнодорожных вокзалов в Сургуте и Пытьяхе. Продолжение темы далее. Оценить масштабы и скорость строительства, кроме местных жителей, пожалуй, могут проводники, которые периодически проезжают мимо Когалыма. Вот нет ничего, а вот уже вырос каркас. Рабочие утверждают, что строят с большим запасом прочности и долговечности. Самое основное – это вот сваи, полы бетонные. То есть мы уже все это сделали, это все самое основное. То есть сейчас осталось вот металлоконструкции собраны. Думаю, что прочнее точно нет уже. Да, ну... В принципе, технологии у нас шагают вперед. А вот коммуникации, которые тоже уже подведены, проводникам не видно. Зато они увидят, как возведут кровлю и примутся за фасад. Он тоже обещает быть по-современному красивым, но не только. Особенно будет, ну, как энергоэффективность здания, ну и, скажем так, система отопления данного вокзала будет предусмотрено за счет вентиляции. Общая площадь нового терминала составит 440 квадратных метров. Зал ожидания рассчитан на сотню пассажиров. Кроме того, предусмотрены пандусы и поручни для маломобильных групп населения. Но и о работниках вокзала проектировщики, конечно, тоже подумали. Полностью все кабинеты, они будут оснащены новой техникой. Техника громкоговорящая, самая важная связь для нас. И безумно, конечно, рада тому, что у нас будет новое помещение, достаточно современное, мобильное для пассажиров, удобное для нас, для обслуживания пассажиров. Здание старого вокзала тоже реконструируют и приведут внешне с новым к одному стилю. Сдача в эксплуатацию объекта запланирована на четвертый квартал этого года. Александр Калачев, Павел Желтов, телекомпания «Югра» при содействии телекомпании «Инфосервис».